Каким образом надо совершать большое омовение? У нас есть два вида. Полноценное, желательное. Во-первых, сначала человек моет свой половой или же задний орган, начинает с заднего. Потом делает намерение. Говорит бисмилля. Моет свои руки. Полоскает рот и нос. Моет лицо. Затем моет правую руку до локтя. Потом левую руку до локтя. Потом моет голову так, чтобы вода проникла к корням волос. Вместе с ушами. Потом моет правую сторону полностью. Потом левую полностью. Потом моет правую ногу, потом моет левую ногу. И выходит, совершает молитву. Не надо совершать омовение после этого. Второй вид. Легкий очень. Сокращенный. Делает намерение сердцем. Говорит бисмилля. Просто мочит все свое тело водой. И то, что под волосами, будь эти волосы густые или же не густые. Сполоснув рот и нос. Может выйти, после этого совершать молитву.